Я Сомов Александр Иванович, 1947 года рождения. Мне 76 год, проживаю в городе Воронеже, улица 20-летия октября, дом 38, в пятиэтажном доме на четвертом этаже. Проживаю с 60 года. А последние 7 лет в нашей квартире практически нельзя находиться, потому что постоянный стук, грохот. Те люди, которые купили квартиры, они переоборудуют, перестраивают, и перестраивались так, что вообще нельзя находиться в квартире. Даже вот такой, я рассказывал, я приведу пример, что я сижу дома, слышу выстрел, один, второй, третий, поднимаюсь наверх, я говорю, в чем дело? А это вот Костик соску выплюнул. Я говорю, какую соску? Ну какую, дети сосут соску, а у меня происходит выстрел. Ну и поэтому я пришлось обращаться по многим инстанциям. В жилищную инспекцию написал в феврале месяце 2019 года. И только через 8 месяцев получил ответ. И то ответ такой, ничего не говорящий. Второй ответ, да, потом побывал на приеме у начальника или как руководителя жилищной инспекции Гончаровой. А она сказала, а зачем вам это нужно? Я говорю, как зачем? Я не могу проживать в квартире. Тем более, что у меня жена, ее машина, я тогда говорил вам, машина сбила жену, она ударила сильно головой, пролежала дома, в общем, полгода. А сейчас такой шум, когда там это вообще невозможно находиться. Ну и все, и пошло. Обращался потом в Ленинскую прокуратуру, которая хоть что-то сделала, заставила жилищную инспекцию провести, в общем-то, акт составить. Но этого акта я не видел и не знаю, что там в нем даже написано. После я обращался в областную прокуратуру. Оттуда приходят ответы, мы не подменяем должностных лиц в жилищной инспекции, и на этом дело закрывается. Или же отправляют опять письмо в жилищную инспекцию. На этом все заканчивалось. Я обращался к депутатам областной думы, городской думы, и все то же самое. Никто ничего, фактически никаких изменений не произошло. Ну а так как с каждым годом мы старше и старше, и тяжелее все жить, поэтому я даже обратился к губернатору, письменный был, ну, мне там ничего не ответили, сказали, ну поможем, может быть, посмотрим, как там что-то и что-то. Уважаемый Дмитрий Соломаха, обращаюсь к вам с просьбой помочь нашей большой беде с женой. У нас постоянный, последние 7 лет постоянный стук, грохот в квартире по поводу того, что неправильно изготовлен пол, ламинатный пол положили на голый бетон, и от этого мы просто страдаем.